1 февраля в третьей школе состоялся муниципальный этап фестиваля-конкурса «Т-Арт Олимп Росатома». В нем приняли участие две команды – ученики третьей школы и воспитанники детского дома творчества. Перед ними стояла задача сделать постановки на тему «Улица с историей». Улица – это место, где встречаются люди, разные по возрасту, социальному положению, настроению. Улица – это место, где они проживают определенное время своей жизни, она имеет свою историю и тайны. Цель фестиваля – привлечь как можно больше детей к здоровому творческому образу жизни. Жюри очень сложно было определить победителя. У нас сегодня было всего лишь два коллектива, но тем не менее жюри очень даже сложно подвести итоги, потому что, несмотря на то, что это непрофессиональные коллективы и на сцене дети, но многие детали их выступлений оказались на высоком таком уровне, который уже можно назвать близким к профессиональному. Спектакль мне очень понравился, эмоции были... на высоком уровне, был сам сюжет очень интересный. Мне, честно, понравился второй спектакль больше. Он был очень эмоциональным, были хорошие герои, очень интересно было. Финальный этап будет проходить с 4 по 6 марта в Новоуральске в Свердловской области. Всего в конкурсе примут участие 74 детских театра из 18 городов.